Во время сезона охоты во избежание нарушений правил охоты проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «браконьер». С 29 февраля любая охота запрещена, и выход с оружием в лес считается преступлением. На территории Республики Башкортостан в сезон охоты, в том числе в Краснокамском районе, проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной добычи водных и биологических ресурсов, пресечение фактов браконьерства. За время проведения операции с августа 2015 года по настоящее время серьезных нарушений не выявлено, но два владельца оружия привлечены к административной ответственности за ненадлежащую перевозку оружия в своем транспортном средстве. На них, в связи с чем, наложены административные штрафы по 1000 рублей на каждого. Хотелось бы отметить, что при проверке владельцев оружия, при проверке охотников на территории лесных угодий при себе они должны иметь разрешение на хранение и ношение гладкоствольного либо нарезного оружия, также лицензию на добычу определенного вида биологического ресурса и охотничий билет. В данное время охота с нарезного оружия запрещена. Также в республике действует операция «Сдай оружие, получи деньги». Она продолжится до 2018 года. Любой желающий может подойти в отделение полиции по Краснокамскому району по адресу село Никола Березовка, улица Карла Маркса, 10, сдать незарегистрированное оружие и получить денежное вознаграждение. Ежегодно на территории Республики Башкортостан и в нашем Краснокамском районе проводится акция «Сдай оружие, получи деньги», направленная на стимулирование населения на сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. За 2015 год сдано оружие и боеприпасов на общую сумму 34 тысячи рублей. В этом году, в 2016 году, денежное вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов увеличено. К примеру, за сдачу гладкоствольного оружия денежное вознаграждение увеличено с 6 тысяч до 10 тысяч рублей. В марте 2016 года также планируется проведение акции «Сдай оружие, получи деньги», в связи с чем отдел МВД России по Краснокамскому району нацеливает население нашего района, а также города Нефтекамска, на добровольную сдачу незаконного оружия за вознаграждение.